такое окружающая среда? Окружающая среда – это природа, что нас окружает. Реки, цветы, деревья, озера. Деревья, леса, озера, поле. Окружающая среда – это природа. Она нас окружает. Кто изучает окружающую среду? Окружающую среду экологи изучают. Экологи – это такие ученые. Они занимаются природой, исследуют ее. Экологи защищают окружающую среду. Он изучает деревья, насекомые, кусты. Хотел бы ты стать экологом? Я хочу стать экологом, потому что я люблю природу и цветы. Они лечат деревья и кусты. Я люблю звезды, растения, потому что я их люблю и хочу я их защищать. Потому что я люблю природу, цветы, деревья. Как оживает природа. Я хотел стать экологом, узнавать новые деревья и смотреть на птичек. Я не хочу стать экологом, потому что я уже выбрала свою работу. Но мне нравятся и деревья, и цветы. Поздравь всех экологов с профессиональным праздником. Я хочу поздравить всех экологов с профессиональным праздником. Желаю им здоровья, счастья. Поздравляю я экологов с счастья и здоровья. Поздравляю я работников с праздником. Желаю им подарки. Успехов в работе! Поздравляю экологов с профессиональным праздником. Хочу им пожелать здоровья, счастья и больше денег. Я желаю экологам счастья и здоровья. Желаю, чтобы они исследовали новые деревья.